Всем привет, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня мы снимаем небольшие покупки из зоомагазина для Лёли и для Миши. Ну и для рыбок. Ну и что ж, давайте мы уже начнем. Первое, что я купила, это вот такая огромная пачка легкого говяжья от фирмы Titbit. Вот, Лёля его обожает, просто она с ума от него сходит. Вот такая огроменная пачка, наверное, с размером с Лёлю, с длиной ее тела. Она огромная, папа такую уже покупал, ой, Лёль, прости. Лёля очень любит это говяжье легкое. Она с ума от него сходит. Так, давайте перейдем дальше. Следующее, что я купила, это вот такая вот консерва от фирмы «Родные корма». Говядина с овощами по-казацки. Это для Миши консерва. Тут состав, в принципе, неплохой. Сейчас, состав. Говядина, субпродукты, овощи, морковь, натуральная желирующая добавка, злаки не более 2%, соль, вода. Все. То есть состав не такой уж и плохой. Говядина на первом месте, значит, ее тут больше всего. Очень большая банка. Миша хватает где-то примерно неделю. Так, дальше. Дальше это вот такие вот от фирмы «Деревенские лакомства». Палочки куриные. Вот такие вот, как твистеры. Вот, как кольцевая косточка обмотана в филе, наверное, куриное, не знаю, в курицу. Вот. Лёле надо давать примерно 2 штучки в день. Я буду давать, наверное, 1. Да, Лёля, вот тебе. Зизю. Чё ты тут спряталась, а? За камерой. Что ты спряталась? Лёля, ну ты в усе. Зюзинь. Да, конечно. Ты что-то улыбаешься мне тут. Да-да-да. Да, ой, конечно. Да, да, да. Тихуля, тихуля. Ты моя зайка. Ага. Ты что? Дурачишься, Лёль? Дурачишься? Мне видео надо снимать. Козелька. Так, вот такие вот. Давайте сейчас распакуем, дадим Лёле. Она может уйдет, а может будет тут грызть, я не знаю. Давайте. Я открою, вот открываю. Тихо, Лёля, сейчас с ума сойдёшь. Тихо, стой, куда пошла, Лёля, успокойся. Понимаю, вкусняшек хочешь, закончились дома. Надо же как-то держать себя в руках. Так, давайте я камеру отодвину. Суслик, суслик, Лёля, суслик. Ты молодец, Лёль, кувырок. Тихо, тихо, чихаешь на меня своими слюнями, уйди. Давай, кувырок, 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 Лёль, кувырок. Давай, кувырок, кувырок. Ну. Зюзина. Ну, соты. Иди сюда. Давай, тихо, тихо. Успокойся. Сус. Молодец. На, на. Все, она ушла. Так, давайте я распакуем дальше без нее уже. Она пошла к себе на место грызть. Так, давайте. Кстати, сейчас скажу ценник. Это стоило 129 рублей, вот это стоило 149 рублей, а вот это стоило 648, по-моему, рублей. В общем, дорого очень. Но, в принципе, для большой пачки это нормально. Так, переходим дальше. Дальше это от фирмы Titbit. Вот такие вот, как сердечки, дольки с говядиной вот такие вот. Я, Лёля, какие-то такие покупала, только с чем-то другим. Это давно было, я не помню уже. Вот, я купила для Мишиной дрессуры и для Лёлины, потому что для дрессировки у них закончились, и буду еще легко использовать. Вот. Вот такие вот штучки с говядиной. Вот. Так. И последнее, что я сегодня купила, это от фирмы Tetra Goldfish, это для золотых рыбок. Но я купила как бы для всех рыбок. Думаю, разницы как бы никакой не было, не будет, потому что другого корма не было. А если и был, то очень дорогой, по 300 рублей. Но это слишком дорого, как бы дороговато. Это 100 рублей стоило где-то. Это 175, вот такая вот упаковка стоила. Нам ее хватает где-то, ну, может, на пол, нет, на месяц, на пол, вот так вот. Такая вот упаковка. Это как раз вот у меня еще мальки родятся, вот, золотых рыбок. Я им буду измельчать вот этот корм, так как они золотые рыбки. Вот, а потом еще сниму видео, когда куплю им аквариум, фильтр и все, что им нужно. Вот, если они, конечно, родятся. Так, вот так вот. Все покупки за магазины. Если вам это видео понравилось, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.